Повелитель беспокоится о здоровье Хатидже Султан. Пока изменений нет. Температура высокая, вся горит, бредит. Да, ясно. Ты зайди вечером, расскажи, как она, Сюмбюляга. Слушаюсь, эфенди. Ты куда это так бежишь? Прочь с дороги. Стой! Ибрагим! Да стой же! Я говорю ей, стой, стой, она не слушает. Хорошо, оставь. Что случилось? Тебя это не касается. Я расскажу только султану Сулейману. У меня забрали сына. Забрали? Как это забрали? Валиде Султан отняла. Они врут, что у меня ядовитое молоко. Хюрем Хатун, следи за выражениями. Как ты смеешь говорить так о Валиде Султан? Эта лекарша заявила, что молоко ядовитое. Раз она так сказала, значит, так и есть. Она лучше знает. Ступай. Ты что, слов не понимаешь? Там сейчас идет совет. Тебе туда нельзя, ясно? И ты заодно с ними, значит? Стая волков. Что-что? Что ты сказал? Защищай Махидевран. Бросай меня на съедение. Я знаю, это ты все подстроил. Это ты к султану привел мою подругу. Думал, султан Сулейман предпочтет ее мне, да? Это ты раздул огонь. Смотри, Ибрагим, как бы ты сам в нем не сгорел. Уведи ее. А то боюсь, что не сдержусь. Идем, Хюрем Хатун, идем. Я сказал, уведи! Ну, идем же! Это большой грех, Нигер-Калфа, разлучать мать с ребенком. Ты можешь видеть сына, когда захочешь. Смотри, он здоров, слава Аллаху. Молоко кормилицы пошло ему на пользу. Грудью должна кормить мать. Пусто. Нет ребенка. И молока не стало. Что это? А это? Это амулеты. Не бойся, они приносят ребенку добро, здоровье, хранят от сглаза, от всякого зла, от порчи. Там внутри молитвы начертаны.
А если там не хорошие, а дурные молитвы? Ну что ты, они все очень хорошие. А кто же писал молитвы? Валиде Султан? Нет, их одна женщина пишет. Пускай и мне напишет. А? Гюльнихаль, ты пришла? Пришла. Какие у тебя ужасные шрамы. Да, у меня шрамы. Мое лицо стало уродливым. А у тебя уродливое сердце. Посмотри. Смотри. Видишь, это ты. Прикрой лицо. Шахзаде тебя испугается. Хюрем Хатун. Я ее уже привела. Кого? Женщину, что пишет молитвы. Хорошо, пусть войдет. Мне нужны амулеты, приносящие здоровье, счастье, любовь и золото. Ты все сразу хочешь? Все должно быть моим. Дай мне ключи ко всему этому. А вот у этой рабыни есть какое-нибудь желание? Она не хочет амулет, который излечивает шрамы? Нет, не хочет. А что ты напишешь? Какие слова на амулетах? Священные слова, Хюрем Хатун, из Корана. Их смысл постичь сложно. Я лишь молитвы пишу. Сколько ты золота хочешь? Сколько дашь? У меня много золота.
Сначала напиши мне молитвы. А чего ты хочешь больше всего? Я пойду, у меня дела. Будешь уходить, загляни ко мне. Чтобы мой повелитель ни на кого не смотрел, кроме меня. Куда бы он ни устремил взор, там была я. Чтобы мой сын стал шехзаде, падишахом. А я Валиде Султан. Ну так что? Я не пойму. Есть у нашего святого Али изречение. Какое? Только смерть одна может усмирить безудержную страсть. Колдуй давай, сейчас же! Я жду! Я не колдую, это грех. Молитвы напишу, но сегодня не успею. А завтра сделаешь? Нет, потерпи. Как напишу, тут же принесу. Верни деньги, что я дала. Будут амулеты, тогда получишь. Готовы амулеты? Не знаю, мне ничего не говорили. Султан будет смотреть на меня одну. Я навешу эти амулеты на все платья, подушки, одеяла. И они уберегут меня от зла. И отведут руку любого, кто затеет что-то дурное. Да. Я Валиде Султан сегодня не видела. Валиде Султан отдыхает. Она сейчас спит. Ладно. Тогда я зайду к Хатидже Султан. Хатидже Султан тоже отдыхает. Навестишь ее, когда она встанет. Надо же, знатный род слег. Им тоже нужны амулеты. Хатидже Султан. Хюрем.
Дайя Хатун меня не пустила, но я беспокоюсь. Зашла узнать, как ты. Да, ничего вроде. Твоя болезнь называется любовь. Не любовь, Хюрем. Ты всего не знаешь. И никто не знает. Чего не знает? Ну, скажи мне. Матушка меня замуж выдает. За Ибрагима, да? Нет. За Мехмета Челеби, сына Бири-паши. А Ибрагим как же? Сейчас ко мне придет султан Сулейман. Ты не открывай лицо. Кто это, Хюрем? Ты ее не узнал? Гюльнихаль, мой султан. Гюльнихаль? Не узнал. Чего она закрылась? У нее нарывы на лице, раны. Где Мехмед? Я хочу увидеть сына. Валиде Султан его забрала. Отдала кормилице. Мое молоко яд, говорят. Гюльнихаль. Скажи, чтобы сюда принесли сына. Жаль, Гюльнихаль. Такая молодая, красивая была. Сынок мой, как и его мама, красивый, веселый. Ты мой возлюбленный, повелитель, источник нашей радости. Нет тебя, и радости нет. Вот Хатидже Султан, она всегда... грустная. Хатидже? Почему? Да, я днем навестила ее. Она словно увядающий цветок. Молодая. Она очень красивая женщина. Печально, что ее сердце пусто. Уже вдова. Скоро, очень скоро она станет веселой.
Я нашел ей добрую партию. Что это значит? Хорошего жениха. Только это между нами. Замечательный кандидат на место зятя. Да. Это прекрасно. А Ибрагим знает?